Люди, снимающие на телефон себя или все вокруг, сегодня мало кого удивляют. Но когда на вечеринке это делает буквально каждый первый, наверняка здесь происходит что-то интересное. Сегодня мы начинаем, наверное, самый такой знаковый проект для города – это битва блогеров. Эта идея про блогеров и о том, что их можно объединить, она давно витала в воздухе, и мы решили. Решили сделать так, чтобы это было действительно в виде битвы, взять самых топовых блогеров нашего города, которым есть что рассказать, есть чему поучить. Кстати, уговаривать не пришлось никого. Нам очень понравилась эта тема, и, наверное, или наши горящие глаза, или все реально уже осознают силу социальных сетей, но партнеры шли легко, с интересом, со своими идеями. Участники вообще мгновенно начали набираться. По задумке организаторов, всех участников разделили на команды, наставниками которых станут известные блогеры. Борис Добинский, Саша Версаль, Света Савичева и Катрин Дитрих, Ксения Нагаева и Дарья Белла. Команд, 5 наставников, известных блогеров, и между собой они будут биться, в общем, за команду лучших блогеров. Это и прокачка по Инстаграм, по СММ, это и самопозиционирование, и встречи с психологом, астрологом, то есть мы наполняем проект от и до, и участники сами говорят и пишут, что расписание огонь, у них практически не остается свободного времени. Это выполнение сложнейших заданий на самом деле. Это вовлечены самые известные компании города. Мы сделаем реально работающий сарафан. Мы покажем, как Инстаграм может работать для себя, для других и для бизнеса. Я надеюсь, что это вырастет что-то очень большое, постоянное и интересное, потому что это и образование, и тусовка. Это реально битва, потому что у нас есть система оценок. Мы понимаем, как мы будем оценивать блогеров, работают команды, и они тоже знакомы с этой системой. Это креативность, это оценки жюри, это вот больше оценки партнеров, с которыми ребята будут работать. Эта вечеринка, как, впрочем, и сам проект, проходит и в сети, и в реальной жизни. Блогеры успели и снять сторис, и провести прямой эфир, и выложить фото в сеть, и даже лично пообщаться друг с другом.